все, приехали мы на вокзал, на наш. Тут, кстати, ястребы. Тоже куда-то едут или приехали, да? Приехали. Наш красный чемоданчик. Я переживаю за Ирису. Пойдем. Открывай там дверь. О, багаж. Там дверь открыта, куда сейчас открывать? Ай, проходи. Ай, проходи. Ой. Сейчас упадет. Внимание, уважаемые пассажиры, на втором пути продолжается посадка на скорый поезд номер 58 с сообщением Уральского Кулгамма Лужок. Навигация вагонов начинается с головы поезда. Выход поезда происходит через туннель вокзала. Перевозчик поезда Сарарка Компани. Наш вокзал. Ай. Пойдем. Так, идем, спускаемся. Аккуратно давай. Дай я руку отниму. Не готовы. Смотри, голову у него. Папа убегает от нас. Папа, ты уже где? Давай руку мне. Идем, идем. Милана, руку возьми. Идем. Идем. Я не думала, что так. Как так? Вот так. Вот он это, пассажирский поезд. Видишь, какой классный. Какой вагон? Восьмой. Восьмой туда. Ага, спасибо. Восьмой вагон. Это все за это, видишь? Завершено. Это нам аж вон туда, да, идти. Так, наш вагон. Я буду идти за Миланой. Наташа. А? Пишешь, что урна-то нет там, да? Ответил? Давай, аккуратно. Не свалишься, я взад тебя буду. Давай. Меня ждите. Давай. Мне сейчас страшно, он сейчас поедет и дёрнет. Здесь так узко. Так, пойдем, пойдем. Дышать. Так, здесь у нас. Дышать, блин. Ничего, пойдем сейчас, народ. А здесь что, не открывается окошки? Не проветривается? Ну, там можно у нас открыть, по-моему. А как закрыть это? Это наш, да? Давай, проходи пока туда. Да? Фу, здесь так пахнет не очень, да? Так что, мы тут вместе не поместимся все? Вот тут, и вот тут, вот тут, и вот тут. А что, у нас окно не открывается, что ли? Есть же такие, которые окошки открываются. Ну, они вон там, наверное. В этих окнах не открываются. Это плохо. Задыхаться здесь. А как мы спать здесь будем? Вообще задохнемся. Я не буду дверь с открытой двери. Давай, Коль, ты же знаешь, что тут как делать? Опускай все. Сейчас она тебе упадет. Вон туда положи, под лавку. Еще вон туда, да, можно положить чем-то наверх.
Очень страшно. Осторожно. Еще дышать нечего. Угу. Еще светильники не работают. Кверху, наверное, надо поднять ее и опустить. Нет, не тут. Или вон там. Все. Встань, Серегин. Сядь спать поднять. Пока. Сядь какую-нибудь в одно место. Сядь. Да. Куда-нибудь. Ты хочешь спать наверху? Я наверху, короче. Короче, устроились мы тут. Тесно. Окно не открывается. Света нету. Запах был, но мы уже принюхались, да? Да, уже все нормально. Светильник должен так включаться. Нет, вроде светильник. Бы. Папа сказал, свет включится, когда поезд поедет. Вот он включит. Нет, вроде не трогай бы. Ничего. Вон вроде там, бы. Вон, где куртки висят, там включается. РПМ. Ни у кого света нет, видишь, темнота. Когда поедет, в общем, опустили сидушки. Вот, что-то там свет. Устраиваешь? Вот что-то? Вам свет. А когда он поедет? Вот сейчас что-то едет там. Окна здесь, конечно, такие мутные. Нет, грязные. Это электричка, да? Нет? Какая электричка? У нас нет электрички. Я хочу туда попробовать. Потому что я тут буду спать. Папа сделает все. Сядь, сядь, не мешаешься. Сядь пока. Куда сядь? Я тут буду стелить. Пересадить тебе. Папа у нас сейчас все сделает. Да, потому что папа. О, да. Сколько здесь этих белых штук летает. Ну, это пыль, наверное. В поезде, кстати, тепло. Очень тепло. Надо, короче, сходить, узнать, где здесь туалет. Где там? Где мы проходили мимо? Да, первый день даже. Нет. Тебе туалет надо? Нет, сейчас, просто. Когда стоит, нет туалета. Зачем тут? Блин, пути у нас срываться. Это я могу посмотреть. Столик, кстати, столик можно убрать, да, по-моему? Нет? Я захожу. Здесь стоит что-то? Я захожу. Нет, нет, нет. А можно? Нет, нет. Мы будем смотреть вместе, сюда заходим видео. И вот видишь, что тут сверху. Тебе нельзя сверху спать, ты можешь ложиться. Нет, я буду сверху спать. Прикол, да? Я тоже сверху буду спать. Я вообще первый раз в поезде. Я тоже первый раз. Ну, да, мы все в первый раз, кроме папы. Да. Вот так укрываешься, если холодно, сверху вот эту можешь укрыть. Угу. Тут, в общем, матрас, простынь, еще одна простынь, одеяло теплое, потом полотенце и что это, наволочка да. На подушку. Ну, там вообще, это матрас тоже, да, ну, короче, везде на всех этих одинаковые. А закроют, ну, закрой дверь, кстати, Коля, я покажу, что там у нас зеркало. Что больше? На замок закрывается или просто вот так закрывается? Ага. Ну можно, да там. Ладно, папа, открой, а то сейчас это будет жарко. Душно. Вон открывается она. Открывается. Он не открывается, ты что? Так. Все, постелил. Сюда. Это подушка, да? А вот тут куда будет спать? Где? Вот тут. Не знаю, папа, наверное, я буду здесь так сидеть около окошка. Потому что я не люблю, когда задом еду и в окно смотреть. Я буду здесь сидеть и так смотреть спереди, чтобы... Поезд же так поедет или так? Куда поедет? Блин, значит, я там буду сидеть. Значит, я здесь буду спать. Ну, а папа мне постельку стелит. Ты сними самый эту кофту, у тебя ж пот уже на лбу. Запарился, бедно. Все, мы устроились. Тут что разложили ты? Фрукты, в общем... Дети у нас наверху. Скажи, Лала Фаня, привет. 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 Я тут. Пап, я не сказала, что качаю. Устроились. И у меня, кстати, моя голова болит. Я уже в воду прикладывала, не знаю, что делать. Я уже в воду прикладывала все башки. Ой. Нормально, на улице уже темно. Давай, спокойной ночи. Доброй ночи. Доброй ночи. В общем, нас есть? Покачивает немножко. Как на лодке. Вот я с тобой плавала на речке, на лодке. Вот подобие такое чувствую.
на лошадь, да? И едешь тык-дык-тык-дык-тык-дык-тык-дык. Свет у нас только наверху почему-то. Мама, я так никогда не учу. Наоборот, круто. Я сейчас, знаешь, я как в люльке сейчас. Все, как в люльке. Если мама еще наверху, то ты точно вообще будешь храпеть. Хоть наверху, хоть внизу. Взяли гранат, я его почистила. В общем, курига. Мандарины, суп, который мы, наверное, будем есть. Яблоки. Все помыто. Да. Фильм будем смотреть, да? Спасибо. В общем, едем, да? День первый. Начало. Говори. Вещай. Только что у нас был звук. Я тоже чуть-чуть должен сказать. Это поверни на меня. Короче, вот тут я устроила свою утку. Вот эту. Лалафан. Ну, тебя не особо там, Регина, видать? Вот. Я же там показывала уже. Вот тут, вот эту утку. А, ну, ты... Я вот сюда ее поставила. А все вот тут, которые у меня вещи были, я их туда переложила. Ты так не облокачивайся, она же сюда опрокидывается, да? Или она туда опрокидывается? Она вот так не опрокидывается, она вот так только. Короче, я... Как тебе наверху там спится? Вообще кайфово. Мы окна закрыли, чтобы подольше поспать. Сейчас, мам. Получается, ролл-штора такая, а снизу занавесочки. Сейчас я взяла свои уроки. Вот пришла Милана с папой. Милана с папой. Я взяла свои уроки. Снимаешь? Я снимаю. Милана ходит без носков. Мы уже тут прилегли, легли. Такие вот одеяла тут теплые дают прям. Мне тепло в них. Я хотя детям говорят не холодно, но я тут лежу, мне холодно. Потому что вы снизу, а мы сверху. Сверху, да. Тепло, а снизу типа холодно. В общем, мы собрались в поездку. Это у нас поездка самая первая. Впервые мы едем на поезде всей семьей. Именно для меня это самое. Для меня, для Миланы, для Регины. Коль, конечно, уже ездил. Вот. И мы едем в санаторий в Боровое. Вот. Там на недельку. На недельку отдохнем. Вот. Ну, а дальше там как пойдет. Посмотрим. Дальше уже видно будет.